сбрасывания. Юлайвцы выигрывают. Здесь аккуратнее, нужно сыграть. Опять Салават больше стринга. Это не так заебали, честно. Забросили шайбу со скока 1-0. И шайбу, блядь, полевая. Еще и в большинстве играют. Блядь, какой так интерес, а, блядь. Ой-ой-ой. Пастик. Блядь, пастик. Передача. Нет, нельзя. Фу. Шайба опять у Салавата, к сожалению. Заебал этот Салават. За что, блядь? Судья еще не свистит долго, он там что-то ждет, блядь, в жопу свой свисток засунул. Что, блядь, там? Ну, судья купленный, походу. Блядь, Салават судей подкупает тоже. Ну что удаление, блядь? Ой, Тихонов сам как баба упал, блядь. Крыса ебучая, падай, только научился. Тихонов, блядь, симулян, тоже мне хоккеист, блядь. Уместен. Тихонов все поменял, когда пошел на синюю линию, и от нее уже накатывался по передачу. Конечно, он голова круга, у любой вроде сейчас команда пойдет. И новосибирцы... Ну, бросай шайбу, тормоз, судья, блядь, уснул, что ли. Выброси, брат, шайбу, выброси, хорошо. Но должно хватить, уж, по крайней мере, для... Ну, блядь, судьи так портят игру, блядь. Салават и так забросил с отскока по 1-0. Еще удалять и... Блядь, два... Это будет, блядь, без интриги, скажи. Что это, блядь? Там не было, я считаю, удаления. Нет! Да иди нахуй, пидорасы! Да я так и знал, что сейчас гол будет. Ну, конечно, в большинстве любой дурак забьет. Тем более 5-3, блядь. Комментаторы тоже заебали дрочить за свой Салават. А вы только в большинстве можете 5 на... С отскока забить можете равно, а вы в большинстве 5 на... Ты без этого-то слабо, блядь. Да, 5-3 реализовали, причем достаточно быстро. Купленными судьями. Можете выигрывать. Если вы пройдете себе, надеюсь, вы дальше там на авангард попадете, авангард вас выебет точно. Судейство вам не поможет, помойка уфинская. Пиздец, ну себе реально, ну что, блядь, за право? Блядь, 2-0, пиздец, ну так нечестно, неинтересно.